Namaskar to everybody. Здравствуйте всем. Welcome to the land of spiritual journey. Добро пожаловать в мир духовного путешествия. Because we are all the seekers of truth. Потому что мы все есть искатели истины. This world is very beautiful. И этот мир очень прекрасен. And it has many wonders. У него очень много, в нем много очень много чудес. But even though it has not given the beauty of the life, но все равно это не приносит нам красоты жизни. It has not given the deep relaxation of the life. И это не дает нам полной релаксации в этой жизни. You are looking something. И мы по-прежнему ищем что-то. Still we have not found out. И до сих пор не нашли. How to reach there? Не нашли, как добраться. How to find out? Как получить the success in the life, успех в этой жизни, a happiness in the life, счастье в этой жизни, where to go, куда нам надо идти, how to go, как надо идти. Will we have to go, и должны ли мы идти, or we have to come back, или мы наоборот должны возвращаться. Where is that? И где это? It is in the world. Это находится в миру. It is inside you. Или это находится внутри нас. There is a journey. Существует путешествие. Of the outside of life. Путешествие вовне, в этой there жизни. There is a journey within your life. А также есть путешествие внутрь. If you see outside. Если вы посмотрите снаружи. There is a big universe. То вы увидите большую вселенную. It has no limitation, it has no boundary. Настолько большую, что у нее нет никаких пределов. But mind has created a limitation and boundary. Но ум, наш ум создал ограничения. И if you see inside yourself, а если вы посмотрите внутрь себя, there is себя universe, то вы увидите другую вселенную, it is infinite, которая абсолютно бесконечна. It has no boundary, и у нее нет никаких пределов, it has no limitation, и ограничений. Where to begin, где начинается это? And how to reach there, и как дойти до центра этой вселенной? Нам нужно понять это самим. Каждому нужно начать это свое личное путешествие. We are the human being. Мы все человеческие существа. We have everything to find out. И у нас есть все для того, чтобы познать это. We have everything to know. У нас есть все, чтобы узнать. And we have everything to experience. И у нас есть уже все, чтобы получить прямое переживание этого. How опыт, to live свой in this собственный world. Опыт. Как начать жить в этом мире? How to get success in this world? Как получить успех в этом мире? And how to go beyond everything what we got? И как в конце концов выйти за пределы всего того, что у нас уже есть? All is a practice. Все это зависит от нашей практики. And all is the search of the mind. И все это относится к поиску нашего ума. What is your mind? Что такое наш ум? Who is your being? Что такое наше бытие? What is the self? Что такое наша истинная сущность? And what we have got it? И что у нас есть вообще? We believe that belief is a very powerful energy. Mm. У нас есть одна великая сила, наша вера, сила веры. If you change into the trust, если вы сможете действительно сделать ее верой, а не каким-то доверием, then you become a universe. Тогда вы можете стать сами Вселенной. Belief can be changed. Потому что доверие может быть изменено. Trust cannot be changed. А истинная вера никогда не меняется. Belief is the source of the science. Доверие это то, чем занимается наука. And trust is the source of the self being. А вера это то, чем занимается ваша душа, ваша истинная сущность. Who will start it? Кто начнет это путешествие? With the mind. И как? С умом? Or with the being. Или с самим собой, с своей душой. All we have to analyze. Все вы это должны сами проанализировать. We have to go through the psychic world. Чтобы пройти сквозь мир психических переживаний. We have to go through the philosophical world. То, чтобы пройти через мир философии. And we have to walk on the path of self-realization. И в конце концов встать на путь самореализации, познания своей истинной сущности. You can take yourself as a personal identity. Вы можете воспринимать себя как вашу персональную идентификацию. Everybody is personal personality. Потому что каждый из нас имеет свою персону, личность. Everybody has got their name. У каждого есть свое имя. Everybody has got their personality. И у каждого есть свой характер. Everybody has experiences of this world. У каждого есть свой опыт этого мира. And everybody has a feeling. И у каждого есть ощущения.
чувства. Вы уже знаете, что такое любовь, что такое сострадание, что такое симпатия. What is the world beyond all these things? We don't know. You don't know what is the world. Но что находится за пределами всего этого, вы не знаете. Everything is in limited, in boundary. Потому что все это находится в неких ограничениях, не в каких-то пределах. If it is your mind. Потому что это все есть ум. If it is beyond the mind. Но если это вы выходите за пределы ума. It has no limitation, it has no boundary. Тогда у этого же мира не остается никаких ограничений, никаких пределов. It is so deeper. Это становится настолько глубоко. It is so wider. И широко. You can go inside. Что вы можете погружаться внутрь этого. Deepest than anything in the world. Глубже и глубже, так глубоко, что нет ни больше ничего глубже, чем это ваша внутренняя вселенная. You are going. И вы going. А вы идете, идете. And you are having what you want in this world. И вы получаете то, что вы хотите в этом мире. In the world you can share it, you can buy it, you can have it. И в этом мире вы можете это делить это, покупать это или продавать. You can make this world more beautiful. И вы можете создать этот мир более красивым. You can change your personality. И вы можете изменить свою персону, свою личность. You can transfer your energy. Вы можете трансформировать свои энергии. You can create new kind of energy. Вы можете создавать новые энергии. Because it is your material world. Потому что это все относится к миру материальному. And it is your mind science, mind is this question. И это все связано с вашим умом. Это все есть система ума. But there is things inside yourself. Но есть нечто внутри вас. Which cannot be transferred. Которое не может быть изменено или трансформировано. Which only could happen to be transcended. И это единственное, чтобы познать это, нужно сделать трансцендентный переход. How to transcend? Как сделать этот трансцендентный переход? How to выход в другую плоскость? Как сделать этот прыжок? Have you courage to jump it? Есть ли у вас отвага, чтобы сделать этот прыжок? You have to collect the courage to jump it. Или вам придется собирать, накапливать эту отвагу, эту решимость, чтобы сделать этот прыжок? Risk, take a risk. Есть ли у вас силы, чтобы взять этот риск на себя? You have to collect the power to risk it. Или вам придется собирать, накапливать энергии, силы для того, чтобы рискнуть? It is your life. Потому что у каждого есть своя жизнь. It is your life journey. И это ваша жизнь, и в этой жизни есть ваше личное путешествие по этой жизни. As we believe in this world, так же, как мы верим в этом мире, without risk you cannot get success in this world. Что без риска вы не можете получить успеха. In the business of the world, так же, как и в бизнесе, we have to risk it. Вы должны рисковать. In the friendship of the world, you have to risk it. Даже чтобы получить хорошую дружбу, вам приходится рисковать. In the love of the body and mind. Даже та любовь на уровне тела и ума. You have to believe and risk it. Нам все равно приходится рисковать. But still you have not find out. Но до сих пор вы так и не познали. How to success? Как получить истинный успех в этом мире? How to meet the challenge of the life? Как принять вызов этой жизни? So we are looking. Поэтому вы ищете. Which way to start? С откуда начать? Какой дорогой пойти? Start through somebody. Пойти через кого-то, посредством чего-то. Start by yourself. Или начать с самих себя и идти благодаря самому себе. I believe that. Бабаджи верит. You have your destiny. Что у вас есть ваша цель. Because you are the beginning. Потому что вы были в начале. And you are the end. И вы есть само начало. You can а также вы есть конец. Вы можете закончить самого себя. You can reach to yourself. И можете достигнуть самого себя истинного. Your body is a bridge in this world. И ваше тело — это всего лишь мостик в этом мире. Bring world together with yourself. Чтобы получить переживание этого мира, чтобы доставить этот мир до самого себя истинного. Your body can experience the material worlds. Ваше тело может переживать этот материальный мир, материальные вещи. Your mind can enjoy the worlds of science, worlds of spiritual science. А ваш ум может наслаждаться духовными или научными мирами, ментальными мирами. Your intelligence can be very useful. И ваш интеллект, ваша умность, так сказать, to make a judgment, она очень полезна для того, чтобы судить, выносить and, суждения некие, to decide it. А также принимать решения. But your consciousness, но ваше сознание, can take you beyond everything. Именно оно может вытащить, вывести вас за пределы всего.
To get success in this world, чтобы получить успех в этом мире, you have to love and respect your body, вам придется любить и уважать свое тело. And you have to utilize the power of your mind. И вам нужно утилизировать, правильно использовать силу mind своего ума. Is a very powerful identity. Потому что ум — это очень сильная самоидентификация. You can see around you, вы можете посмотреть вокруг себя. Whatever has been beautified, все, что прекрасно, все, что сделано красивым, whatever has been found out, все, что было найдено, it is your mind. Это все относится к вашему уму. But you are not the mind. Но вы сами не есть ум. You have to find out who you are. Вы просто должны понять, кто же вы здесь на самом деле тогда. If your mind can do this much, если ваш ум настолько могущественный, делает все так, каким он, как it он can это делает, give you, it can give you the beautiful world, этот ум, который может дать вам этот прекрасный мир, it can give you a very powerful philosophy, который может дать вам прекрасные, мощные философии, описание этого мира, it can give you a great religion, а также может создать великие религии. But it is just your mind. И это всего лишь ваш ум. Because it has created a great science. И это создано великой наукой. It has given a great pleasure and luxury to yourself. Точнее, это ум создает эти великие науки, он приносит большие наслаждения и радости. But it has no end. Но не это никогда не закончится. It's still hoping to create, it's still hoping to make it more beautiful, more fine. И у вас все время будут надежды получить еще что-то больше, еще что-то лучше, и вы будете все больше и больше создавать новое и новое. Mind is your small identity. В то время как ваш ум — это всего лишь ваша маленькая частица, маленькая идентифицирующая частица. If you question to your mind who you are, если вы спросите своего ума, кто я есть, the mind can tell you that I am not that. То ум скажет вам, что я не есть это. I am not you. Я не есть то, что мы думаем на самом деле про себя. I am the belonging. Я всего лишь принадлежность. I am the servant. Ум всего лишь слуга. I have the master. И у меня есть мастер, у меня есть хозяин. But I have taken out the power of the master. Но я украл силу своего мастера. I am pretending to be master. И я претендую на то, что я есть сам хозяин. Who is your master? Who is my master? А кто же на самом деле ваш хозяин? We have to find out. Это вы должны сами узнать. Why you have become a slave of the mind? Почему вы должны оставаться в рабстве у вашего ума? Why you have lose your identity? Почему вы потеряли знание своей собственной истинной сущности? Why we have lost our recognition? Почему вы не распознаете свою истинную природу? You are born as a master. Если вы рождены как гуру. But you are living as a slavery. Но вы живете как раб. Where you can find out the truth of the life? Как таким образом, как также найти истину об этой жизни? How realization can come to yourself? Как эта реализация может прийти к нам? Because you are clouded, you are covered, you are put in the container. А нам нужна эта реализация, потому что мы покрыты облаками, и мы покрыты чем-то, что закрывает нас от самих себя истинных. So we have to free yourself. А чтобы познать это, нам нужно освободить себя. How to liberate yourself? Как же освободить себя? We have to find out. Это вам нужно будет узнать. If there is no liberation, потому что если бы не было освобождения, then there is no clarity, there is no до тех пор, пока не будет освобождения от этого покровов, которые закрывают от нас нашу истинную сущность, у нас никогда не будет свободы, у нас никогда не будет покоя, мы все время будем наполнены сомнениями и страхами. You are clouded by the mind. Наш ум покрывает нас, нашу истинную природу. So you have to begin yourself. Поэтому мы должны начать с самих себя, в первую очередь. How to be yourself? Чтобы понять, как можно быть самим собой истинным. How to realize? Как получить эту реализацию. So mind has found out another way. И тогда ум придумал другой способ. The science of the spiritual world. Некую науку духовного мира. It has given a great religion. И это принесло великие религии. All religions are beautiful and best. Все религии прекрасны и красивы. But all religion has become a lie and orders. Но все религии так или иначе превратились в систему и порядок. That law and order has been made by your mind. И эти порядки и законы на самом деле придуманы умом. So you are not free in religious paths. И поэтому вы потеряли свободу даже на пути духовном. What you are learning, what you are experiencing, все, что вы учите, все, что вы переживаете сами,
All that is also become a mind. Все это стало вашим умом. Your body become a slave of the idea, thoughts. И ваше тело, ваш ум стал рабом чьих-то идей, чьих-то мыслей, чьих-то систем. И науки, и духовность, все это создано умом. So as we believe that, так как и если вы верите, we have to stop all the activities, что что-то здесь не так, тогда вы должны остановить все свои активности, всю свою деятельность. The activities of energy, потому что это все связано с активностями энергии. The activities of mind, а вам нужно остановить не активности своего ума, а активности своего тела. The activities of thoughts, активности своего, своей мысли. The vision, the imagination, а также видение и воображение. To bring a silence in your body and your mind. Чтобы привести, принести эту тишину и покой внутри нас. If there is no silence, потому что до тех пор, пока не будет тишины, you are not going to discover yourself. Вы никогда не сможете познать себя. Activity will make energy. Ваши все деятельности будут создавать новые энергии. Activity will make you the thoughts. Активность вашего ума будет заставать все время вас жить с вашими мыслями. All the activities will be connected to your energy work. И все ваша деятельность будет связана всего лишь с деятельностью разных энергий. Maybe prayer, maybe singing, maybe dancing. Будь то песни или будь то гимны святые. Maybe yoga doing, будь то танцы, пляски или йоги, асаны и пранаямы. All it is going to become energy. Потому что все это лишь энергии. И это будет всегда энергией. Energy go on creating the energy. И эти энергии будут продолжать создавать новые энергии. Energy go on creating the speed, vibrations. И они будут создавать некую скорость и вибрации в этом мире. And go on creating the new energy, new energy. Которые, в свою очередь, будут создавать новые активности, новые мысли, новые идеи, которые будут выражаться в новых энергиях и так далее. That's why energy supported the mind. Поэтому энергии поддерживаются умом. Mind support the energy. А ум поддерживается этими энергиями. Again you are slaves. И снова мы рабы. Again you are carrying the idea thought of other people. И снова мы начинаем таскать с собой идеи и мысли чужих людей. Again не, you are interested to make a beautification of your body. И снова мы начинаем быть заинтересованы в украшении нашего тела, в украшении нашего ума. Again you are trying to make your mind very concentrated mind, powerful mind. И опять вы занимаетесь концентрацией, которая приносит только очень могущественный ум. It does not give you the liberation, the freedom. И это никак не может дать вам освобождения и свободы. It does not give you a chance to recognize who you are. Это никогда вам не даст даже шанса, чтобы познать, кто вы есть на самом деле. Your life become energy. Ваше тело, ваша жизнь становится жизнью энергии. And you go on practicing energy. И вы продолжаете идти с этими энергиями, создавая и практикуя новые и новые энергии. Then you have to learn how to stop it, not to be energy. Поэтому однажды вам придется научиться, как остановить все эти движения, как остановить все эти движения энергии. You have to find out a bridge. Для этого вам понадобится найти мост. You have to find out a milestone. Или какой-нибудь указательный камень. You have to find out somebody guide. И вам нужно найти кого-то, кто смог бы вам руководить, направлять вас. Who has experience? А это может быть тот, кто уже получил опыт свой, личный опыт всего этого. Who don't have experience as a mind? Те, кто вышел за пределы опыта своего ума, смогли отстраниться от своего ума. Who has become experiencer of self? Тот, кто смог стать действительным тем, что переживает собственную душу. Beyond the body, beyond the mind. То, о чем мы говорим, это находится за пределами ума и тела. Intelligence. Это также находится за пределами нашего интеллекта, нашей умности. Silence does not come out in any activities. Потому что тишина никогда не проявляется ни в какой активности. It does not come out any action, any movements. И это никогда не создает никаких движений, никаких деятельностей. How to stop? То как же достичь этой тишины, как остановить это все? The people of the world, the philosophers of the world. Все люди в этом мире и философы этого мира. Many sages, many а также великие мудрецы и пророки прошлого many и настоящего. Many incarnated people. Будь то инкарнации или какие-то величайшие саморожденные ситхи. They came as our ancestors in this world. Они все относятся к нам, значит, это все они являются нашими предками.
They lived as a life of celebrity. И они живут в праздники, праздники этой жизни. And they have left certain ideas, certain thoughts. И они отказались от некоторых идей, от некоторых мыслей. A certain way of consciousness awareness. И развили некую специальную осознанность своего внутреннего сознания. How to separate yourself from the body, from the mind? Как отделить свое тело от, и свой ум от от этого ума? How to go beyond the body and mind? Как выйти за пределы тела и ума? How to develop the awareness of consciousness? Как развить осознанность сознания? How to realize the self? How to enlighten the self? Как познать то, что у нас есть истинное внутри нас? It does not come from any idea, any thought, from any scriptures. Вы никогда не сможете получить это знание из каких-либо шастр, святых писаний или других книг. Always it happen. Потому что это может произойти только само по себе. Maybe you are chanting a mantra. Это всегда так случается, само по себе. Вы можете читать мантру. Mantra has a power of energy. И эта мантра имеет силу некой энергии. Mantra has a radiant gravitation of magnetic powers. Но у мантры также есть некое излучение, которое выражается в излучении электромагнетических вибраций. И у каждой мантры есть своя цель, свой пункт назначения. What for you are chanting a mantra? Для чего мы читаем эту мантру? Mantra can give a success in the worldly things, in business world, in spiritual world. Мантра может дать нам успех в духовном мире, а также и в мирском мире. Certain mantra can bring the realization also. Некоторые мантры могут даже принести самореализацию. But how you are practicing, which way we are taking it? Ну, каким образом вы практикуете, каким образом вы воспринимаете все это? If a mantra can bring a silence, nothingness within yourself. Если мантра может принести тишину и покой внутри вас. In that silence. И в этой тишине. In deep relaxation happen. Глубочайшая релаксация может случиться. All the ignorance disappears. И все, вся тьма невежества может исчезнуть. All the darkness disappears. Вся темнота может исчезнуть. Once darkness, ignorance disappears. Когда это тьма невежества исчезает, there is a chances to happen something inside you. Тогда у вас появляется шанс, что что-то произойдет внутри вас по-настоящему. Because in that there is no mind, there is no activity. Потому что в этом состоянии уже нету ни ума, никаких активностей, никаких работ с энергиями. Even the experiencer disappear. Даже сам тот, кто переживает, исчезает. You also become a universe. Вы сами становитесь вселенной. You also become a consciousness of. И вы становитесь сознанием этой вселенной. How to bring this state within yourself? Как достичь этого состояния? It is not a practice. И это никак не связано с практикой. It is to stop all the activities. Наоборот, это для того, это для этого можно постичь, познать только через остановку всех активностей и деятельности. Which has a concern with your body, with your mind. Те деятельности, активности, которые связаны с вашим телом и умом. How to come back? И как вернуться к себе, к своему источнику? How to become yourself? Как остаться, точнее, стать и оставаться самой своей истинной сущностью? How to get detached from the attachment of everything? Как освободиться от привязанности ко всему в этом мире? Attachment of your belonging. Привязанность к нашей принадлежности. Attachment of your knowing. Привязанность к нашему знанию. And attachment of your mind activity. И также привязанность к нашей ментальной активности. We have to practice how to detach from all these things. Нам нужно практиковать, чтобы понять, как мы сможем отделить себя от всего этого. How to become nothing. Как стать ничем, пустотой. How to become alone. Как стать пустотой и совсем одиноким. On the path of realization. На дороге к реализации. On the path of self-enlightenment. На дороге к самореализации. You have to become alone. Вы должны в конце концов остаться одни. You cannot take anything with yourself. И никто не может взять у вас ничего с собой. Точнее, вы ничего не сможете взять с собой. You cannot go with anyone. И вы не сможете пройти по этой дороге с кем-то или с you чем-то. Have to drop everything. Вам придется бросить все. You have not to become any follower, any believer. И вам не нужно будет становиться ни последователем ни одной системы, ни одной религии. Just you have to become who you are. Вы просто должны стать наконец-то тем, кто вы есть на самом деле. How to have a journey of complete aloneness? Как же начать это путешествие, путешествие тотального одиночества, which brings the enlightenment samadhi within yourself, который принесет самадхи и просветление внутри вас?
You are a human being. Вы человеческие существа. You have lived a life in the past. Вы уже жили в прошлом. Your life happened to be a journey of many kinds of life. И те жизни, которые вы прожили до этого, до сегодняшнего дня, они были все разные, разного вида, разного типа. Миллионы и миллионов лет. You have a memory of your past. Вы жили и накапливали память об этом. Вся она хранится внутри вас. Your subconsciousness of mind. И все это хранится в вашем подсознании. It can be seen, it can be practiced, it can be found out. И это можно увидеть, для этого можно практиковать, и в конце концов это можно познать. И вы можете путешествовать по своему прошлому, вы можете путешествовать в своих сновидениях. Вы можете также, а также вы можете получить знания обо всем, что случилось в вашей прошлой жизни. Но это также не будет просветлением или реализацией. That is your mind job. Это будет очередная работа вашего ума. That is a journey of psychic mind, psychic Мы можем назвать это движением психического мира, мира, где живут экстрасенсы и тонко чувствующие люди. Many siddhi power, many mystical power. Вы можете достичь много разных ситхов. But all it is your mind. Но это все останется на уровне вашего ума. How to get out from the mind? Как же освободиться от этого ума? We human being has a great challenge. У нас, у человеческих существ, есть великий вызов. You are human being, you have a mind. Потому что благодаря тому, что вы человеческие существа, у вас есть ум. Mind is an animal. Этот ум, он может быть умом mind животного. Mind is a mind. Ум может быть умом человека. And mind is a divineness. Но также он может быть умом божественным. How to become a friendly to the mind? Каким образом быть другом? How to develop such an awareness? Как развить эту осознанность? Which can wash the mind. Ту осознанность, которая может почистить этот ум, убрать его. Identify and recognize that you are not a mind. Та осознанность, которая может принести нам понимание, что мы не есть ум. As you have practiced, you have been practicing so many yoga. Как вы уже наверняка практиковали столько разных йог до сегодняшнего дня. Йога – это exercise, йога – это пранама. Йога, которая имеет в себе упражнения, пранаямы, мудры. Which has a result to your body, to your mind, to your prana. И все эти упражнения и техники, они все But you have not practiced yoga. Влияют на наше тело и наш ум, и на наши праны. Но мы не практикуем йогу. How to drop the mind? Который приносит нам к оставлению нашего ума, чтобы мы смогли выйти за пределы этого ума. If you study the yoga, если вы действительно учите йогу, yoga will tell you, то йога расскажет вам, it is a great science for the body, что это великая наука для тела, it is a great science for the mind, что это великая наука для ума, and it has a great science to the soul. Но это также есть великая наука для вашей души. Для познания вашей души. It can unite yourself и это может соединить вас to the God. С Господом. God is not a person. И этот Господь не есть какая-то персона God или личность. Is not any personality. Это не может быть никакой характер. God is everything. Господь – это все. In everything. И во всем. We cannot exist in this world и ничего не может существовать в этом мире, without the power of the God. Если бы не было в этом мире Господа. We are here и мы здесь as a personal, как человек, как персона, as a being, as a self, а также как бытие, как душа. Because some has given us a power потому что что-то дало нам силы to be here. Да, здесь, быть здесь. What is that power? Что же это за сила такая? Is it the energy? Это энергия. It is the material energy. Это материальная энергия. It is a mind energy. Или это энергия ума. It is energy of science. Или это From where all this coming? Или это энергия тишины. Откуда все это приходит к нам? You have to see inside yourself. Для этого нам нужно посмотреть внутрь себя самих. Who are inside you? Кто там внутри нас? Who is living inside you? Кто живет там внутри нас самих? Who is controlling inside you? Кто контролирует нас изнутри нас Who самих? Has organized to manage your body? Кто создал такую прекрасную систему, чтобы управлять Who нашим has телом? Made your body like a mechanism? Кто создал наш ум таким прекрасным, как будто механизм? How the chemistry of body is happening? Каким образом химия этого тела происходит? If a step by a step, если вы будете идти шаг за шагом, inch by inch, сантиметр за сантиметром, go through the body, проходя через тело,
then something will come out. То что-то однажды проявится. All the question, to yourself. И все ваши вопросы это должны быть направлены к вам самому, к своей истинной сущности, к своей душе. I am not this, I am not that. И эта душа вам скажет, что я не есть это тело, я не your есть это, я не есть то. Ваш мастер будет говорить вам, что я не есть истина. Ваше тело будет говорить, что я не есть истина. Ваши глаза и уши будут говорить, что я не есть истина. Your flesh, ваше мясо, ваши кости, ваша кровь, your thinking power, ваши силы мышления, your exploring power, ваши силы расширения, everything will tell you, I'm not that. Все это скажет вам, что я не есть то. But something is there will tell, I am that. Но есть нечто, что внутри вас, что скажет, я есть то. You have to recognize. А для этого вам надо распознать это. And you have to experience that. И получить свой личный опыт этого. It is the place of great silence. И это станет местом для великой науки. It is the place of great enlightenment. И это будет местом великих просветлений. It is the place of becoming universe. И этот place станет великим. It is the place of becoming yourself as a god. Великим великой вселенной, и вы также можете стать сами Господом, сами собой you Господом. Are the Brahman, you are the self, и вы станете Брахманом, и вы станете своей собственной сущностью. You are the god. И вы станете Господом. You have to find out yourself. Для этого вам нужно всего лишь просто познать, кто вы есть на самом деле. Everyone individual journey. И у каждого для этого есть своя личная дорога. For that you have to find out who have experiences of this journey. Для этого нужно найти тот, кто уже прошел по этой дороге. You have to find out someone. Вы должны найти некого. Who has met his challenge of the life. Некого, который принял вызов этой жизни. You have to make your life. И вы должны создать свою жизнь as a challenge, как вызов, to success in this, world, чтобы получить успех в этом мире. You have to make your mind as a concentration mind, вам придется сделать свой ум концентрированным. You have to make your mind as a powerful mind, и это может сделать ваш ум очень могущественным. Your mind can give all this success in this world. Ваш ум может принести вам успех в любой сфере этой жизни и этого мира. And it is your mind, но это все равно будет все ваш ум, which will create an opportunity, который будет всегда создавать некую возможность, go for self-realization, чтобы пойти в сторону самореализации. How to make mind understand? Как заставить этот ум понимать, the mind is a servant, что он всего лишь слуга. Master is sleeping within yourself. Настоящий мастер живет внутри, спит how внутри. To awaken the master? Как пробудить этого мастера? It is your search. Это всего лишь, это должно быть только ваш личный поиск. Which has a full of pleasures. И это должно, это может приносить вам большое наслаждение. Which has a complete ananda. Там есть также, скрывается which has an infinite тотальная ананда. И это бесконечное путешествие. Which is the ultimate truth of the life. Донесет, может довести вас до высшей истины that этой жизни. Ultimate is called God. И это высшая истина называют во многих конфессиях одним и тем же языком. May this nothingness, и дай Бог, это пустота. The time of presentness, это вездесущее, настоящее, время настоящее. Omnipresent, время, которое не имеет ни прошлого, ни будущего, только здесь, в настоящем. Will come to you. Дай Бог, оно придет к вам и случится. Ваш опыт будет, вы получите опыт переживания, опыт нахождения здесь и сейчас. Примите мои благословения для этого. И как человеческое существо, вы должны создать некий ум, который готов праздновать этот мир, радоваться в нем. Вы должны стать человеком, который познал этот мир. Также вам нужно будет развить свой интеллект, чтобы понять, а также познать, кто вы есть на самом деле. То место, где мы говорим, называется Сат-Чит-Ананда. God bless you. Да благословит вас Господь. Thank you very much. Спасибо большое. If you have anything to ask, если please. Хотите что-то спросить, пожалуйста. Thank you. Спасибо.
As you know that I am a yogi. Как вы знаете, я йоги, говорит Бабаджи. I have not come from the city and town. Я не пришел сюда из каких-то городов или мегаполисов. Someone кто-то, who has become a bridge to bring the bridge to me to bring here. Кто-то стал мостом, чтобы принести меня сюда, к вам. I have come from the Himalaya. Я пришел к вам из Гималаев. I have karma to you people. У меня есть некая карма с вами, господа. И то, что я должен вам дать, то, что я должен с вами поделить, the time has given an opportunity to bring to you. То, наконец-то, время дало возможность заняться этим. How I can make my love universal love? Как получить эту, как сделать свою мелкую любовь, вселенскую любовь? How I can make my consciousness of your consciousness? Как я могу сделать свое сознание вашим сознанием? How I can make my awareness to your awareness? Как я могу сделать свою осознанность вашей осознанностью? Which can bring in love, peace? То осознанность, которая принесет вам любовь, мир better и покой, life living in this world. А также улучшит вашу жизнь, жизнь в этом мире. You and me have to communicate. You and me, we have to, Поэтому вы и я, мы должны наладить некий контакт. And you have to practice. Но и при этом вы должны еще практиковать сами свои практики духовные. Meet the challenge of our life. Поэтому тогда вы сможете принять вызов этой жизни. Thank you very much. Спасибо большое. А, вопрос. Practice silence is very powerful. Можно практиковать тишину, ничего не делания. Practice something, someone. И это очень могущественно. With the energy, with the mind. Мы можем практиковать что-то другое, что-то нечто, связанное с энергией, с нашим умом, с нашими желаниями, с нашей силой воли. We have a route. У нас есть дорога. Your body has a senses. У вашего тела есть органы чувств. Your body has a mind. У вашего ума есть. Your body has a nervous system. У вашего тела есть ум. У вашего тела есть некая and нервная система. We have a prana, many kinds of prana inside yourself. А также внутри вашего ума существует много разных видов пран. That always creating electromagnetic energy within yourself. И это всегда создает некое электронно-магнитное притяжение внутри вас. Electro-communication, gravity. И электромагнитная некая система коммуникации внутри вас. So it is very easy to practice. И это поэтому это очень легко практиковать. From anywhere you can start. Вы можете начать с любого места. From any senses, from any nervous system. От любого канала нервной системы, от любого органа чувств. All has connected to the heart, all has потому что все они связаны с сердцем, а также с умом. But it can develop your physical power, mental power. Но это может развить вашу физическую или ментальную силу. Open your power of the mind, scientific way, philosophical way, spiritual way. Это может помочь вам открыть мир в каком-нибудь философском направлении или еще в каком-нибудь. It always comes what we have, what happened in the world. Но в результате это все возвращается к нам в том состоянии, what is written by people, что мы имеем what is здесь. The scripture, what is the science? То, что написано в священных писаниях, we always experience which is already find out. Мы уже на самом деле имеем опыт этого, опыт переживания. Если вы не создаете пустоту внутри себя, practices to be silent is very hard. Практикуйте. If you can be так silent сильно, for one чтобы достичь это состояние тишины. И когда вы достигнете это состояние тишины, тогда за одну секунду it is your great practice. Станет ваша реализация I'm not telling you not to practice. Но это величайшая практика, одна I'm из больших практик. How to reach to the not to practice. И это как бы заключается практика не в самой практике, а в путешествии в сторону
где нету даже практики. Потому что все активности, все мысли, все это связано с источником всего. Если вы практикуете мантру, вы должны научиться, как остановиться и где остановиться, чтобы войти в этот мир пустоты. Если вы практикуете прану или любые виды пранаямы, будь то сапаны или спраны или саманы, то знаете, что состоит в общем всего есть 22 вида пранаям. Then you have to develop your conscious awareness. После этого нам придется, после пранаям, нам нужно будет развить осознанность нашего сознания. Practicing, where to stop, how to stop. Практиковать и практиковать до тех пор, чтобы понять, где остановиться, чтобы остановиться. Because all these things, what we are practicing. Потому что все, что мы практикуем сами, are the road. Есть дорога. Road is going to connect the highway. И эта дорога может привести нас на высший, на хайвей, на скоростную трассу. А эта скоростная трасса может увести нас очень далеко. И все равно у этого когда-то будет конец. И при этом посмотрите, что это всего лишь ваша работа, и как вы можете использовать Because этот путь, чтобы достигнуть этой пустоты. Потому что внутри вас есть океан. Океан, в который принимают в себя все реки, как ваш нервный систем подает сердце. И этот океан и есть любовь, этот океан и есть сострадание. Если вы упали, если вы влюбились в этот океан любви, точнее, если вы влюбились, имея этот океан сострадания или имея этот океан любви, то поскольку они все выходят из самого источника напрямую, как тогда, и однажды, когда вы достигнете этого источника, у вас пропадут все активности, все движения. The origin is you, that origin is Brahman. И этот that источник origin. Есть вы, истинный вы. И это есть и Брахма, и Вишну. You can go to your home. И Махеш. И вы можете вернуться к себе домой. By cycle, by motorbike, by cars. Так же, как вы себе возвращаетесь к себе домой на самолете, на машине, на велосипеде или на поезде. You have to stop somewhere. Но все равно, прежде чем войти в свой дом, вам придется все это бросить, оставить. И тогда вам придется дотронуться до своей двери, пройти к своей двери. И когда вы войдете в свою дверь, ваше сердце, дверь в этом сердце будет открыта. И вы найдете себя, что вы уже дома, что тут все хорошо и просто, и спокойно. Потому что сама реализация и есть это возвращение к свой дом обратно. So you have to Поэтому вы должны развивать свою осознанность этого сознания. How to stop the mantra doing, how to stop the pranayama doing. Чтобы понять, как остановиться, делать и остановиться асаны, делать и остановиться how пранаямой. Disconnect, how to make no attachment when we are doing any pranayama, any mantra. И как отсоединить себя, убрать все привязанности, если мы делаем какие-то мантры или йогические техники. If you don't have awareness, если у нас нет осознанности, then you go on getting attachment to the all the asana. Тогда мы все, что бы мы ни делали, мы получаем просто привязанности к этому. Then you are working for the health of the body, health of the mind. И тогда ваша работа, ваша йога всего лишь сводится к здоровью вашего тела, здоровью вашего ума. Это принесет максимум очищения вашего тела, очищения вашего ума. И вы можете практиковать тысячи и тысячи лет, и реализация не придет к вам. Но если вы будете практиковать с осознанностью, это разделение произойдет. И это путешествие в одиночестве станет вашим путешествием вашего же просветления. Спасибо большое. Thank you.
If I speak about the samadhi, that becomes a scripture language. Когда я начинаю, вопрос был такой: расскажите, пожалуйста, о самадхи, переживании единства. Samadhi is not experience of the body and the mind. Бабаджи говорит, когда я начинаю говорить о самадхи, это становится обыкновенным знанием обыкновенных священных писаний, потому что самадхи не могут быть выражены в словах. Все, что Васишта Риши написал на своей Васишта Йоге, и все, что Патанджали Риши написал в Патанджали Йога Сутре, это все есть всего лишь о самадхи. Это не есть сами по себе самадхи. Если Бабаджи будет говорить об этом, я буду говорить это с позиции своего ума. А тогда, когда я сам нахожусь в самадхи, я уже не есть ни ум и ни тело. As everyone know that samadhi is not experience of body and mind. Как вы знаете уже из книжек, самадхи не есть опыт переживания на уровне тела и ума. Samadhi is self experience. Самадхи это переживание своей истинной where сущности. Self also dissolved. И именно в этом состоянии ваша истинная сущность сама по себе исчезает. Вы перестаете существовать как тот, кто переживает что-то. Потому что самадхи не случаются сами по себе. Вы не можете практиковать самадхи. Как же стать не умом, я уже сказал вам. Если вы находитесь с умом и достигли состояния самадхи ума, то вы можете познать этот мир и достичь body, успеха в этом мире. Body, у вас есть физическое тело, worlds, а также физический мир, материальный мир. You can make your material worlds very powerful, вы можете создать этот материальный мир очень сильным, very strong, очень мощным, to make use of success in this world, чтобы получить... It is called Bitarka Nugat Samadhi. Чтобы получить некую пользу от использования этого мира. И мы называем это Витарка Нугат Самадхи. You have a thought power. У вас есть сила мысли. You can make your thought power. И вы можете создать свою силу мысли. As a powerful will power. Чтобы она начала быть как силой воли. Which can make you to live in this world as per your will. И эта сила воли может помочь вам жить в этом мире. Which can как control вы волите этого, как вы хотите этого, дать which вам контроль всего nature, в этом мире. Mechanism of the world, чтобы это может дать вам контроль над всей системой этой природы, над самой will природой. Can control the system of the body also. И эта воля, это ваша сила воли, она будет влиять, контролировать не только природу, но и вас, ваше тело. И эта сила воли мы называем санкальпа, сила санкальпы, намерение. When mind becomes a sankalpa power, когда ум становится силой намерения, then you can control the time of the mind, тогда вы можете контролировать время этого to become ума, a present time. Чтобы стать открытым. That is also a samadhi. И это тоже есть свое самадхи. It is called Bitarka Nugat Samadhi. И это мы называем Vichara Nugat Samadhi. Then we have Ananda, Asmita. После этого идет Ананда, Асмита Самадхи. Асмита is your inner ego. Асмита это связано с нашим внутренним эго. Where your mind is pretending I am that, I am the self, I am the being. Это то, когда наш ум претендует на то, что я есть уже душа. Это не есть эго ума, которое говорит, что я есть Вася Иванов. That это есть тот Asmita, внутреннее эго, которое говорит, что я есть душа. Мы называем это асмита. Это самадхи ахамкара. Это эго йогического эго. Doing, that, то, что говорит, doing, я walking, делаю, я рож, я живу, я делаю, я что-то делаю, я наслаждаюсь. Но также есть состояние, когда даже это исчезает. It is called ananda. И тогда это мы называем анандой, блаженством. Ocean of love, ocean когда of исчезает confession. Даже эта самоидентификация с душой, тогда возникает ананда, чистое блаженство, больше ничего, блаженство и блаженство. That is called ananda anugat samadhi. Это и это по самадхи мы называем ананда анугат самадхи. This is four type of samadhi of the mind. Итак, у вас есть четыре типа самадхи для ума. When you have reached to the sum of stage,
И когда вы достигнете определенного уровня, then suddenly feel that I was not trying for this, I was not working for this. Вы вдруг неожиданно поймете, что все, что вы сделали это не для этого. Still I am with the mind. Потому что вы по-прежнему с тем же умом. Then understanding comes. Тогда придет некое понимание, специальное понимание. You recognize that I am not for this. Вы распознаете, что на самом деле вы находитесь здесь не для этого, не для этого блаженства. Мы называем это на санскрите вивека, сила распознавания, некая сила понимания. Then you are transcended from the mind. Sorry? Transcended from the mind. И благодаря этой вивеке вы можете выйти за пределы ума, сделать некий трансцендентный переход, выход совершенно в другую плоскость. That is called asampragat samadhi. И это мы уже будем называть асампрагьят самадхи. It is known as nirvikalpa. И также есть способы называния нирвикальп самадхи. Нирвичара. Нирви самадхи. There is no seed in that. Где самадхи, где нету даже самого зерна ума. Там не существует мыслей. Once you have reached in the region of samadhi. И однажды, когда вы достигли этого самадхи, then your body does not work, your breathing does not work. Ваше тело перестает your работать, ваше дыхание останавливается, ваш ум перестает понимать что-либо. И вы можете жить таким образом много лет, many hours или много часов in the samadhi. В состоянии самадхи. But you cannot speak. Но вы не можете говорить. You cannot say, вы не можете ничего сказать, because it is not a mind. Потому что это состояние никак не связано с умом. In that you do not exist as a mind, as a thought. В том состоянии вы не находитесь со своим умом. В том состоянии ума нет вообще, даже нет интеллекта. As the river is lost in the ocean. Поэтому так же, как и река теряется в океане. Like that, your being is lost in the Supreme Consciousness. Также, таким же образом, ваше истинное бытие, ваша истинная сущность, значит, растворится в этом высшем сознании, в этом высшем Всевышнем. И вы станете космосом, вы станете светом. That is called truth, living as a truth. И мы называем это жизнь в истине, жизнь с Господом. Living with the Supreme Consciousness. Жизнь в Господе, жизнь с высшим сознанием, жизнь в высшем сознании. Спасибо вам большое, да благословит вас Господь. Что? Куда возвращаться? Then why we should come back from samadhi and how we can go back to samadhi? If you enter in the samadhi, there is no one to come back. Because once you reach to the true love. И если вы однажды достигли настоящего самадхи, про то, что говорит Гуруджи, последнего самадхи, то там уже нету пути обратно. We have a message to the body, to the mind. Но есть создание, но есть некое послание для тела и для ума, то, что мы называем санкальпа, намерение. Санкальпа will bring you back to the world. И это намерение вернет вас обратно в этот мир, к этому уму. If you do not have санкальпа, но если у вас нет такого намерения, no one can come back. Никто не может. No one wants to come back from the heaven to the hell. Никто не хочет вернуться из рая в ад. But it is your mind which has the power. Ум, который умеет все силы. The power of resolve. Силой некой сильного намерения. That makes you to come back after 5 days, 10 days, 1 year, 2 years. И это вернет вас из этого самадхи через пару дней или через сотни тысяч лет, но вернет обязательно. Because your body, your mind, your sanskara is with this world. Потому что ваше тело, ваш ум, все ваши санскары связаны именно с этим внешним миром. World, и если они у вас не закончены, если в вашем уме остались санскары, связанные с этим миром, вы обязательно должны будете вернуться в этот мир. Finished, но если вы почистили все свои санскары, если вы закончили всю свою, как это сказать, дать и брать, мы называем это. Если вы закончили давать и брать в этом мире, если вы чисты, вы больше никому не должны, и вам больше никто ничего не должен, тогда вам больше нечего делать в этом мире, и вам незачем возвращаться сюда. Вы уходите раз и навсегда. Но пока вы не закончили свой этот маркет, база, давать и брать, вам придется возвращаться, чтобы закончить его. Спасибо. У нас много вопросов, давайте почитаем.
должны много вопросов. Некоторые про инопланетян. Времени много. Если будет время, спросим потом. Вопрос такой, есть ли выбор или все предопределено? И в чем выбор, если есть? Спасибо. If you are concentrated mind, если вы есть сосредоточенный ум, then you have a choice. Тогда у вас есть выбор. Потому что вы сможете захотеть, вы сможете создать намерение жить в этом мире, а можете создать намерение перестать жить в этом мире. Но если ваш ум не сосредоточен, если ваше намерение не серьезно, сила намерения, тогда у вас есть карма, санскара, прарабдха, Бога, и все это заставляет. И делать это неосознанно. То, что вы посеяли, то зерно, которое вы посеяли, у этого зерна есть память о том, какого большого, что за дерево вы должно вырасти, какое большое и высокое должно быть, какого цвета листья, какой формы ветки и плоды и цветы, и какого вкуса даже. И это зерно, из этого зерна вырастет обязательно именно это дерево. Но у вас есть также сила вашей кармы, который может поменять старую карму. Новая карма всегда может поменять старую карму, и в этом есть свобода человеческого существа. Ваше прошлое может быть полностью изменено, если вы захотите только. Для этого вам надо менять свою волю, потому что весь этот универс, вся эта вселенная подконтрольна всего трем вещам. Силой желания, силой действия и силой знания. И у нас у всех есть все три эти силы. У нас есть сила действия, то есть благодаря действию вы что-то можете сделать. У вас есть сила понимания, то есть сила знания, благодаря чему вы можете отказаться от чего-то или наоборот привлечь. И благодаря этому вы можете изменять свою карму, и то, что вы должны были сделать вчера, вы можете уже не делать сегодня. So we are human beings. Итак, мы человеческие существа. If you don't do anything, если мы ничего не делаем, then you live a life what you have done in the past. Тогда мы живем в скованной жизни нашего прошлого, связанной с нашими самскарами и кармами. If you are active in this life, но если мы активничаем или, так сказать, живем креативно, then you can change your karma. Тогда вы можете изменить все, что захотите, изменить вашу карму, изменить вашу волю, изменить ваше намерение. Nothing is decided, but it can be decision can be changed. Ничто не предопределено. Есть некие возможности и предпосылки. Их можно поменять. И только слабый человек не может ничего поменять. А для него все предопределено. Спасибо. What is the karma? Что такое карма? As I said, it's karma has its seed. У кармы это есть зерно, как сказал уже Бабаджи. Karma has a memory. У кармы есть некая память. It is your mind. И это все есть у ваш ума. Conscious mind. Будь он осознанный. Super conscious mind. Или суперосознанный. And subconscious mind. Или подсознательный. Subconscious mind. Подсознательный, ум подсознания хранит в себе память о миллионах-миллионах лет вашего прошлого. You can hypnotize the mind. Вы можете загипнотизировать его каким-то образом. You can reach into the psychic world of the mind. И достичь этого психического мира, как говорит Бабаджи, мира тонких ощущений, мира тонких знаний. What is your past. Где вы можете узнать, что же было там с вами в вашем прошлом, каково оно было. All the karma which happened to be in the past can be collected. Вся карма, которая случилась с вами в прошлом, можно ее собрать, увидеть.
увидеть, и вы можете ее прочитать, и таким образом, и даже изменить. У нас, у человека, у людей есть некие суперментальные возможности. Мы можем создать все, что захотим в этом мире. Потому что наш ум — это не простая вещь, не такая ординарная вещь. Наш ум имеет возможность разрушить этот мир. А также он имеет возможность создать новые миры. Но для этого нам придется достичь этого поля суперментального сознания. Karma is a limitation, karma is a boundary. А карма — это есть некие ограничения, некие пределы. On the walking on the path of karma only. И мы все идем по дороге этой же кармы. Your love is because of past karma, your friendship is because of past karma. Наша любовь к кому-то, наша дружба с кем-то — это все есть результат нашей прошлой кармы. Health, your spiritual health, everything depends on past karma. И ваше здоровье, а также ваше духовное здоровье — все связано с вашей кармой прошлого. Because karma is rooted inside. Потому что карма, она имеет ростки внутри, внутри вас. And it has a evolution theory, it has a dissolution theory. Theory? Evolution of growing. И у нее есть возможность эволюционировать, то есть развиваться. And it's a dissolution to coming back. А есть возможность деэволюционировать, то есть возвращаться обратно к пустоте. It is all depend on you. И это направление движения зависит от вас. Это ваш выбор. It was created by you. Потому что это все было создано вами. Karma can be changed by you. И только вами может быть изменена ваша карма. Karma can be followed by you. А также вы можете просто слепо следовать своей карме. You are important. Вы поэтому очень важны. Because it is your karma. Потому что это ваша карма. You are not bound to follow the karma. И вы никто не может вас заставить следовать за вашей кармой. You can free from the karma. Вы можете освободиться от своей кармы прошлого. You can live with the karma. А вы можете жить согласно этой карме прошлого. And you can go beyond the karma. А также вы можете выйти за пределы своей кармы. Thank you very much. Спасибо большое. Ого, это сложный вопрос. Приготовьтесь сломать голову. What is the difference between destiny and the karma? Karma is a past, karma is a present, karma is a future. У кармы есть прошлое, настоящее и будущее. But because we say prarabdha means commencing in the future. Мы называем это прарабдой, то, что вам. We say sanskara means. То, что было нашим будущим, но приходит в это настоящее, понимаете? Вот оно прямо перед нами, вот здесь это прарабдха наша, сейчас случается. А также есть санскары, которые есть память, некое впечатление от прошлого, некое впечатление, да, прям так и перевод. If you are not in present creative, thoughtful, если вы сейчас в настоящем ничего не делаете, не созидательный и не креативный, then your past will hold it, control it. Тогда ваше прошлое будет контролировать вас полностью. But if you are in present creative, active, но если вы в этом настоящем сейчас что-то сделаете, созидательный и креативный, then you can leave the past. Тогда вы можете забыть про свое прошлое. You can become a present. Вы можете быть только в настоящем. Karma is action. Карма — это некая работа. When you are in action, когда вы в работе, and then there is a reactions. Обязательно есть, как then это сказать, когда есть активный, когда есть акция какая-то, то есть и реакция, понимаете, действие, есть ответ на это действие. И это приносит свои плоды, результаты. You can read yourself, what is action, what is reaction. Вы можете посмотреть сами на себя, внутрь себя, и послушать, как эти акции приносят какие реакции. Because you have traveled from the past. Потому что вы идете все из прошлого. And you are living in the present. Но живете здесь, в настоящем. And you are trying to go in the future. Но думаете о будущем и стараетесь попасть в будущее. All the activities, all the thoughts, all the movements. И все эти движения, все эти активности и деятельности, все эти мысли. All the actions is your karma. Все эти акции есть ваша карма. Карма в смысле делать. Thank you very much. Спасибо. Ра
Пожалуйста, если можно, покороче пишите, пожалуйста. Я еще забыл по-русски читать. Разума не является телепен, непонятно скрывающим меня частичные или внутренние тайны практику самосознания. А что, два вопроса. Ну, я понял. Правильно ли я понял, что жизнь физического тела в нашем материальном мире является созданием нашего ума, разума, является пеленой, скрывающей меня истинного, и ее нужно отринуть и оставить? И оставить одну практику самоосознания. Понятен вопрос? Вопрос-то хороший. Если это... А, вот смотрите, автор. На сцену, пожалуйста. Еще раз, к чему мешает? Очень хороший, правильный, только очень задан он хитро. Ну, в смысле, очень умно. На самом деле, можно попроще это как-то спросить. Сейчас я попробую это попроще сформулировать. Правильно ли понял, что жизнь физического тела, в современном мире, для создания ума, разума, для целевого... Вы поняли вопрос, нет? А, ну, смотрите. Сейчас попробуем объяснить это Гуруджи. Матлаб. Еду лайк. कवर जो हमारा जो हमारा आत्मा को कवर करता है और इसी के कारण हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं और अगर पहचानना चाहिए तो ये सब रिमूव करना चाहिए करना चाहिए और केवल सेल्फ अवेयरनेस को प्रैक्टिस करना चाहिए या दिस बॉडी इज अ कंटेनर ваше тело это некий контейнер ящик если хотите and we have seven containers а у вас их не один а семь Body of physical body. Ну, по одной классификации их семь. Их много разных классификаций. Это очень важно. Они все правильные, но все разные. Body of fire. Семь классификаций, они всякие. И у вас есть тело. Body of wind. У вас есть тело земли, тело воды, тело огня, тело ветра, тело звука, который также тело Акаша, а также тело света. We are human being. Вы человеческие существа. Муладхара чакра, свадиштана чакра. Имеющие Муладхар чакра, свадиштана чакра. Манипура чакра, Манипура чакра, анахата чакра. И так далее. Так вот, первые четыре чакры до анахаты, включая анахату, это есть то, что заставляет нас быть человеками. Муладхара чакра, свадиштана чакра is connected to the animal life. Мало того, Муладхара и свадиштана это вообще животные. We behave это like заставляет animal. Нас быть животными. Если мы живем в Муладхаре и Свадиштане, то мы поведем себя как животные. Мы живем только для тела и умираем для тела. Ну, то есть мы тратим эту всю жизнь на наше тело. Люди, которые живут на Муладхаре и Свадиштане, они чувствуют, что они тело, что этот мир – это тело. И на самом деле этот человек делает то же самое, что делает это животное. Не спрашивайте, что он делает. То, что делают все на самом деле. Ест, спит, рожает детей, строит дома, защищает их.
Но есть манипура чакра, it is a spiritual body. Которое есть уже тело духа, если we хотите. Say it, body of the ghost. Некое духовное тело, на самом деле привидения в нем оставляются. Привидения живут именно в этом теле. Body. И это связано с элементом огня, или хотите, со стихией огня. И именно эта стихия огня переводит материальный мир земли и воды в астральный мир, в мир ветра и акаши. И наоборот, этот акаша и ветер переводится в воду и землю. То есть астральный мир переходит в физический мир благодаря этой манипуре чакры, стихии огня. Каждую секунду вы трансформируете свои идеи, мысли, веры, намерения в материальном мире. Манипура чакра и анахата чакра связаны, живут вместе. И это то, что дает нам возможность быть человеком. Благодаря этому у нас есть сила мышления и сила принятия решений. Больше никого нет. У животных нет решений. Проголодались, побежали кушать. Захотели поспать, успали, заснули. А мы пытаемся что-то найти, что-то придумать, пытаемся найти любовь даже некоторые. И делаю что-то для этого. Это и жизнь человека. Все эти четыре тела, четыре контейнера, если хотите, have a ego, have a pardon, chama. It has a ego, it has a pardon, it has a excuse, it has a feeling sorry. Именно эти четыре контейнера имеют эго, имеют возможность прощать, имеют сожалеть, и там есть симпатии и антипатии. So we human being have power of living in the sympathy, gratitude. И именно поэтому мы как человеки живем вот в этих симпатии, антипатии, люблю, не люблю, хочу, не хочу, физические наслаждения, ментальные наслаждения. Having a celebrity of the life. А также стремление праздновать эту жизнь или возможность праздновать эту жизнь. Chakra, chakra, но есть выше Вишудда чакра и Агья чакра. Это уже отвечает к вашей божественности. Every human being want to become divine. Каждый человек пытается автоматически стать божественным. So we practice to remove the container, come out from the container. Так мы все, что мы практикуем здесь, это мы, ну, я имею в виду в йоге, в духовности, это то, чтобы выйти за эти пределы, этих контейнеров, выйти один за другим, чтобы освободиться от влияния этих контейнеров на себя, на свою жизнь, на свое поведение. В каждом контейнере есть свои силы, свои возможности. Everyone check yourself. Так же, как каждый может проверить самого себя в обычной жизни, в повседневной жизни. Также и наша личность может... Вы узнаете, что наша личность меняется. Иногда мы хороший отец или мать. А иногда мы нехороший отец и совсем нехорошая мать. Иногда мы хороший друг, хороший брат или хорошая сестра. Sometimes we are good husband, good wife. Иногда мы даже хороший муж или жена. Sometimes we are change opposite. А иногда мы совсем не хороший муж и совсем плохой плохая жена. And this energy is balanced by opposite energy. И это есть позитивные и негативные энергии. Это и есть противоположные энергии. Нельзя позитив, негатив неправильно. Противоположные энергии. Противоположные. Одна сторона балансируется другой, позитив негативом, право и лево, вверх и вниз. После каждой злости мы всегда становимся добрее и чувствуем сожаление. И это ежедневная жизнь. А, поэтому нас учат, чтобы мы каждый день занимались изменением нашей персональности, нашей личности, нашего характера. Чтобы сначала разрушить вот эти наши животные привязанности, чтобы стать хотя бы человеком. Then you are going beyond the human being as a divine. После этого нас учат, чтобы мы отказались от человеческих привязанностей и стали божественным. What power human being has come? Те силы, которые у человека есть. It can be developed by universal love, universal это может быть развито до вселенских размеров. Любовь человеческая, вот эта привязанность между двумя людьми, она может быть развита во вселенскую любовь, без различия между двумя или миллиардами людей. So we are looking for the divineness. Сострадание к одному человеку может быть развито
вселенское сострадание ко всему существу, ко всему живому. И когда мы достигаем этих вселенских размеров, тогда мы можем влиять на страны и на мир, и мы можем привести изменения к всему, в целом обществу, во всем мире. Это станет легче, лучше, правильнее. У нас есть силы менять эти вещи. Мы можем выходить за пределы этих контейнеров, отказываться от влияния этих контейнеров на нас. Мы таким образом можем трансформировать свою личность. If you want, you can become animal. Если вы захотите, вы можете стать животным. If you want, you can become a good human being. Если вы захотите, вы можете стать человеком, хорошим человеком. If you want, you can become a divine. Но если вы захотите, вы можете стать также божественным. This is the karma theory. Karma theory. Yes. И это и есть как раз наука кармы или теория кармы, если хотите. Благодаря своей карме, своей работе, своей деятельности, вы можете отказаться от этих, выйти за пределы этих контейнеров, этих тел, или наоборот, ввязаться в них. И вы можете освободить себя один за другим от каждого тела. И тогда вы останетесь свободными от влияния всех этих контейнеров, тогда вы получите свободу воли, вы сможете принимать решения и получать то, что вы хотите, без каких-либо влияния этих всех энергий, всех ваших тел. И это как раз и называется самореализация, когда вы остаетесь только чистой душой, нет уже никаких тел. Спасибо большое. Кая-кальпа – это способ убирания негативных энергий. In the atoms which has died. Некоторые атомы должны умереть. You are collection of millions of atoms. Потому что вы есть коллекция, собрание миллиардов атомов. Many atoms dead. И многие атомы уже мертвы. In the process of Kaya-kalpa, в процессе Кая-кальпы вы убираете эти мертвые атомы, недействующие атомы, и создаете новые действующие атомы. Атомы, это имеется в виду частицы. Когда вы практикуете Кая-кальпу, вы можете измениться от 80-летнего до 20-летнего. Кая-кальпа – это наука омоложения. Спасибо. Вот она и была только что рассказана. Today science is too much working Kaya-kalpa. Сегодня наука занимается этой Кая-кальпой везде. Пойдите в любой салон красоты и увидите кусочек Кая-кальпы. Любая пластическая хирургия – это тоже некая технология Кая-кальпы. But yoga has a different kind of Kaya-kalpa. Йога есть другая технология той же самой Кая-кальпы. Yoga works with the fire within yourself. Йога работает с элементом огня, со стихией огня внутри вас самих. Inside you there is a kind of fire, jatra-agni, roga-agni. Несколько, много разных огней есть внутри вас. Jatra-agni, bhoga-agni, yoga-agni и так далее. You can create such a fire within. Вы можете создать такой огонь внутри самих себя. The outside skin can be damaged throughout. Что ваша кожа просто слезет с вас. И новая кожа создастся на вас же. This is not far away from the science. Science has come to know that. Это не очень далеко от науки, то есть how это научно. How to give you long life? How to make you beautiful? How to make you young? Science has come to the world. Наука уже дошла до того, как как поддерживать молодость, как отказываться от старости. Они уже практически открывают большие секреты. If you are more than 70 years, you can come to me, you can practice. Если вы больше, чем 70 лет, старше, чем 70 лет, попробуйте, прийти к вам, попробуйте попрактиковать. You have to give at least 3 months to me. Вам нужно 3 месяца отдать Бабаджи. You can change. The world is disappear for you for 3 months. Но вам нужно полностью забыть про внешний мир. You'll be kept in such a place. Вы будете содержаться в таком месте. Maybe minus. You live in the 40-degree, 30-degree. Может быть, это будет минус очень большой. That must fire will be created inside. Потому что очень большой огонь будет создаваться внутри вашего тела. When fire will start changing. И когда этот огонь начнет менять your body все. Will become like a leprosy. И ваше тело может превратиться в тело прокаженного. Then slowly, slowly it will bring a new body. И медленно это может принести новое тело.
One has to take a risk to practice. Это рисково. Один должен рискнуть, чтобы практиковать эту технику. It is possible. Но это возможно. Thank you very much. Спасибо. Какие практики помогут изменить отрицательную карму? Which practice can change our negative karma? Which practice? How? Which, what kind of practice we can do to change our negative karma? A negative? Negative. Look, bad karma. It is your mind. Это ваш ум. Good and bad is your mind. Хорошая карма, плохая карма. If you control your mind, если вы контролируете свой ум, mind is only controlled by prana. А ум ваш контролируется только праной. No system can control the mind. Ни одна другая система не может контролировать ум. Prana is a gravitation. Prana is a energy which moves everything. Прана – это некая система притяжения, некий механизм, который заставляет двигаться все, в частности ум. И некоторые пранаямы могут практиковаться, чтобы изменить негативное мышление на позитивное мышление. Через яма-нияму вы можете также изменить это. В смысле, яма-нияма – это хорошая карма. Через хорошую карму вы можете изменить плохую карму. Яма-нияма не есть плохая карма. В вашем ашраме около Ганготри поклоняются Шиве. Как это сочетается с учением Бабаджи? Какого Бабаджи? Полета Бабаджи, я надеюсь. Или какого-то того, которого в автобиографии йоги написал. Очень многие европейцы спрашивали, где Бабаджи, Бабаджи. Говорю, вот Бабаджи. Не-не-не, вот тот. Все мы Бабаджи прислали, я тоже Бабаджи. Все оранжевые Бабаджи. Так какой Бабаджи? Кто автор? Вы. Байлет Бабаджи? Окей. Как это сочетается с учением Бабаджи и каково отношение Бабаджи к существующим религиям вообще? Про религии не будем спрашивать. Вопрос опасный. Ну, вы знаете, я слышал, они много себе могут позволять. Бабаджи не занимается религиями, он занимается самореализацией. Вашей, причем самореализации. My ashram, myself, I am not a Shiva Upasana. Бабаджи не есть служа, как это сказать. Он не занимается упасаной Шивы-джи. И в ашрамах он никогда не говорит о том, что кто-то занимался упасаной Шивы-джи. Мы очень уважаем Шивы-джи, как тот, кто дает мокшу, тот, кто разрушает все привязанности и вообще весь этот мир привязанности. Поэтому в каждом ашраме есть большая статуя Шивы. But we love to be realization. Но мы все время говорим о реализации, to enlightenment, об просветлении. Because we think that we all are the Atma. Shiva is also Atma. Потому что мы все, я думаю, говорит Бабаджи, он говорит себя на мы, никогда не говорит я. All God, мы думаем, God говорит Бабаджи, что мы все атомы, и вы, и я, и Шивуджи тоже Атма. We don't make a difference what is this as what is Muhammad. И мы никакой не видим разницы между никакими религиями и учениями, потому что это все атма. Иисус Христос и Будда и Магомед — это все были атма. И все великие святые и пророки прошлого и настоящего, и даже не пророки, и не святые, и они все атма. И мы должны реализовать именно это знание, познать, что мы атма, а не какое-то это тело, не какой-то ум или там какие-то желания достичь чего-то. We have millions of people in the world. Есть много миллионов людей в этом мире, we are practicing realization and enlightenment. Которые практикуют просто самореализацию, самопознание, если хотите, познание истины. Thank you very much. Это не то.
никак не связано. Это не связано ни с какими системами и философскими описаниями. И Бабаджи не имеет никаких систем в своем ашраме, заставляющих бы делать то-то или сё-то, потому что Бабаджи говорит, вы приехали сюда для самореализации, так занимайтесь самореализацией, реализуйтесь сами, познайте себя истинного. Для этого вам нужно идти внутрь. Снаружи ничего нет. Вы есть уже мост для этой самореализации, для самопознания. Используйте тело для того, чтобы выйти за пределы этого тела. Используйте этот ум, ваш ум, чтобы выйти за пределы этого ума. Мы учим, говорит Бабаджи, и просим практиковать именно это, чтобы люди поняли, познали, что вы не связаны, и Бабаджи не связан ни с Россией, ни с Индией, а это связано со всем миром. Бабаджи путешествовал уже более чем 160 стран этого мира. Бабаджи думает, что можем сделать этот мир чуть получше, мышление чуть получше. Поэтому Бабаджи везде и всюду говорит одно и то же. Давайте просветим свою истинную сущность, познаем сами себя. И ваше просветление находится в ваших руках, не в наших. Вы должны прийти и принести это просветление, это самопознание внутрь себя сами. И тогда вы сможете помочь этому миру, принести успех ему. Чтобы выйти, наконец, за пределы этого мира, стать непривязанными к этому миру. Thank you very much. Спасибо большое. What we should do to stop this war in the world, especially world wars? We have to ask all the things to the politicians of the world. Вы должны спросить у политиков. And you have to pray to bring the God as a Christ, as a. И вы должны молиться, чтобы Господь пришел сюда в виде Христа или в виде Магомеда или в виде нового пророка или святого. To pray to bring a better world. Чтобы он попробовал изменить этот мир к лучшему. Молитесь, и может быть, он изменится и так. We can only pray. Мы можем, говорит Бабаджи, только молиться за это. We can pray to change the mind of politicians. Мы можем молиться, чтобы у политики поменяли эти свои воинствующие умы. Politicians are the war. Потому что политики любят войну. They control everything. Они пытаются контролировать все. Control your bank. Они контролируют ваш бизнес, они контролируют ваши банковские счета. Living also. И они контролируют вашу жизнь даже. So just we can pray. Поэтому что мы можем делать? Мы можем молиться. We don't have right to control. У нас нет права контролировать. But we have a power to pray to change. Но у нас есть сила молитвы. Мы можем молиться, чтобы принести изменения. Mostly people start praying to have a better world, better thinking. Многие люди начинают сейчас молиться, чтобы мир стал лучше, then чтобы мышление стало лучше. They are also human being. И они тоже человеки. They also can be changed. И они могут тоже быть изменены. Потому что human being, извините, человеческое существо означает возможность изменения. Имеется в виду животные и божества в раю, они не имеют права на изменение. Они отрабатывают свою карму без какого-либо изменения. Только человек имеет право изменить свою карму. Он может измениться. Поэтому мы должны меняться, видимо. Спасибо. What is change is going to be in 2012? Nothing is going to happen. As it is, world is going. Мир меняется постоянно. Что может случиться в 2012 году нового? Что происходит с душой у просветления? А у просветленных? А чё, я понял. What's happened with the soul of realized people? Soul is a light. Душа — это свет. Light become a light.
Свет — это есть свет. Light свет становится светом. Light. И этот свет души становится вселенским светом, вселенской душой. What kind of realization is there? Какая реализация имеется в виду? They come to the world with that power. И такую реализацию, которую они получили, и они приходят в мир с этой силой реализации. Because realization is not different. Потому что реализация, она не отличается. Self-realization, different universal realization is a different thing. Self-realization или реализация вселенной. Love realization different, compassion realization is a different thing. Познание, сострадание, реализация познания, сострадание, реализация любви — это разные вещи. We have a power of applying in the world. У нас есть силы применять это полученные силы. So, у нас есть возможность применять полученные силы в этом мире. Back in the world as a great realization. И мы эти просветленные возвращаются в этот мир как великие, реализованные, просветленные люди. Jesus has come to the world. Если вы смотрели, если вы помните, как Иисус Христос пришел в этот мир, как Магомед пришел в этот мир, как многие святые пророки прошлого и настоящего пришли в этот мир. И они все отдавали, чтобы помочь этому миру. Поэтому все реализованные, просветленные души должны прийти в этот мир, чтобы помочь этому миру. To clear the darkness. И они становятся светом, чтобы убрать эту тьму, тьму незнания, невежества, тьму, созданную умом, невежество, созданную умом. Невежество значит незнание своей истинной сущности. И эти святые, просветленные, они очень полезны для этого мира. Thank you very much. Спасибо большое. Господа, у нас тут ограниченное количество вопросов от одного человека. Ум от разума — игра слов. Нету в санскрите ума и разум. Это русское слово. Что вы имеете в виду ума, что такое разум? Это надо создавать определение. Я не знаю, как перевести это на хинди и на английский. Есть много разных слов. Вы узнаете это в медитациях, я думаю. Практикой самопознания. How to can we do business and this worldly life yes. together with the practice of If you don't do business, how can you live in this world? Если вы не делаете бизнес, как вы будете выживать в этом мире? Business your mind, business your body. Бизнес — это есть ваш ум и тело. To live in this world, we have to go through the business. Чтобы выжить в этом мире, But you have to поддержать find out это тело, time for вы должны пройти через бизнес в этом мире. Но чтобы познать себя, вам нужно выделить время для самопознания. Вы не можете, это нехорошо отдавать все время на бизнес. Вы можете выделить время для самопознания. It is a responsibility. Это зависит от вашей ответственности. Business is your responsibility, living is your responsibility. Бизнес — это ваша ответственность. В это выживание, поддержание этого тела, это есть ваша ответственность. И даже самореализация — это тоже ваша ответственность. То есть so вы сами принимаете решение, это ответственны за это. That we have come in this world not only for the business. Вы можете принять решение, что вы пришли в этот мир не только для бизнеса. There is a meaning of the life. Но еще для чего-то другого. Можете прийти к решению, что в этой жизни есть смысл. Вы можете начать жить в этом мире с хорошим умом, сильным, сосредоточенным умом. Concentration of mind. Полной концентрацией. И вы можете таким образом создать этот ум очень успешным. То есть ум, который может сделать все, что захочет, и получить то, что захочет. Like you have a habit of sleeping for rest. Но так же, как вы имеете привычку спать, чтобы отдыхать по ночам, вы можете создать некое время в течение дня для медитации, для самопознания. Both you can do it as a human being. И вы можете заниматься двумя этими вещами, потому что вы человек. Because we are human being. Мы человеки. Мы можем жить для себя самих, для своей собственной сущности, а можем Business также жить для других. World, бизнес — это для того, чтобы спасти этот мир, защитить этот мир. To get free from the world. А просветление — это освобождение от этого мира, освобождение этого мира. It is your understanding. It can и это зависит от вашего понимания и от вашего решения, что вы хотите больше — бизнес, самореализацию или все вместе. Thank you. Спасибо большое.
Хороший вопрос. А, знаете. В профессиональном плане что вы имеете в виду? Что? Простите, громче. The world teach you. Someone is born as a driver. How to understand who is the artist and who is the driver? Now the world is teaching you. Мир учит вас. World working, living in the world is a learning from the world. И в жизни в этом мире есть не что иное, как процесс обучения у этого мира. You are becoming an artist for the world. You are becoming an actor for the world. Вы становитесь артистом для этого мира. Вы становитесь актером для этого мира. You are becoming spiritual for the world. Вы становитесь духовным для этого мира или водителем для этого мира. Everything is created by this situation, by the world to become what you want to become. Все это создано ситуацией, сложившейся ситуацией в этом мире и учитывая то желание, чем вы хотите стать. What you can do, which way you can do to the world? Что вы можете делать? Каким образом вы что-то можете делать? It is your desire. Это ваше решение, это ваше желание, это ваше решение. Это зависит от вашей силы воли, от вашей воли. It is your creative karma. И это зависит также от вашей созидательной кармы. It is not a destiny. И это нельзя назвать destiny, цель жизни. It is situation arranged by the time and world. Это всего лишь ситуация, организованная благодаря времени и месту. Follow the words, follow the time, you will become what you want. Следуйте времени, следуйте этому миру, и вы станете тем, кто вы есть, тем вы можете стать в этом мире. То есть водитель станет водителем, артист станет артистом. Thank you, sir. Пожалуйста. Простите, теперь что ж такое цель? Не расслышал. Еще раз погромче. Это переход. Там нет состояния такого. Это переход. Трансцендентный переход. Нету состояния. But transcendental change. Transcendental move does. How it is, how it looks, and what man do what does in this transcendental stage. It is circle of karma. Это есть цикл кармы, which change the personality, который меняет персону, личность. It is called transfer the energy. И это мы называем трансформацией. Трансформация энергии, если хотите. Все себя, все энергии, и это есть трансформация этих энергий. Peak of ananda. Вот, а когда вы достигаете высшего, если хотите, блаженства, peak of successful business, или высшего успеха, then you think of the transcendent. Или чего-либо высшего вообще. Collective тогда вы thoughts, сразу начинаете energy. Думать о трансцендентном. То есть не трансформации, а уже выход совершенно в другую плоскость. Понимаете, да? Your collective thought, your collective energy make you to transcendent. И то, что вы собрали, ваша собранная энергия, ваши собранные мысли, там, потому when что вы уже достигли высшего пункта, апогея. Когда вы понимаете, что вы исполнены на 100% то, чего вы хотели сделать, вы стали 100% артистом или папой, или йогом, я не знаю. Апогеи, 100% получаете, достигли, то когда происходит этот переход в другую плоскость, если есть желание освободиться от этого апогея. Transfer has a connection, transcendent don't have connection. Трансфер, это трансформация, имеет связь между двумя измененными состояниями. Одно состояние переходит в другое, а трансцендентный переход не имеет связи. Предыдущее состояние никак не связано с проследующим состоянием. Понимаете? Transferring energy is a to be in the world. Трансформация – это способ жизни в этом мире. To be with the mind. Жить в этом мире с умом. But transcending is beyond the world, beyond the mind. А трансцендентность, трансцендентный переход – это выход за пределы этого мира, за пределы этого ума. A man who is fulfilled with the world, satisfied мир, from the world. Мир, который выполнил, ну, человек, который исполнился в этом мире, well, then he если вы понимаете, to transcend. Понимаете? Человек, который достиг того, что он хотел, на 100%. Он автоматически переходит на трансцендентный переход. Он выходит за пределы этого всего и становится чем-то абсолютно другим. Thank you. И это связано уже с душой, никак не с умом. Спасибо.
And the Babaji. Babaji. Нет, questions нет. Не видишь, я не вижу. Не, мне просто too much. That is your mistake. That is your fault. No, sorry. Wait, it's your mistake. Sorry, I'm waiting to ask. No. If you let us and continue, then to answer comes. You are fine to disturb. Can I select you, keep this question separate? Then mind disturbs. Now you are separate, I can see that. Same time using regard, then answer comes. You are not answering, answer is coming. So I do. I know. Yes, I will. Okay. It is a psychic, UFO is a psychic world. Был вопрос о инопланетянах, которые приедут. Когда прилетят инопланетяне? Такой вопрос. Бабаджи сказал, что нужно отвечать на все вопросы, так давайте их заканчивать, потому что мы уже заканчиваем. Сейчас еще надо еще про дикшу обсудить, какие-то люди спрашивают про дикшу. Вы можете увидеть их инопланетян во сне. Или вы можете стать наполовину сумасшедшим, увидеть это UFO, этих инопланетян. Инопланетяне, они не отсюда, не с этой земли. UFO is coming from mysterious land, they don't come. From where? Mysterious land. Эти инопланетяне приходят из каких-то мистических земель. Who has a psychic awakening power. И тот, у кого есть эти пробужденные возможности психического мира, у которых развиты какие-то экстрасенсорные возможности, они могут увидеть этих инопланетян. Your mind has a psychic zone. У вас есть некая психическая зона внутри вашего ума. Вы можете практиковать, чтобы проникнуть в эту психическую зону. All the worlds are trying to find out. Who is UFO? What is UFO? Весь мир пытается найти, что такое UFO, что такое инопланетяне, где эти инопланетяне. И уже много мистических всяких разных и таинственных историй есть об этих инопланетянах. They might exist, but not on the Earth. They exist on Они, может быть, и существуют, но они где-то существуют в других мирах, не здесь. When they will desire to come, what for they will come to us, we don't know. Если захотят ли они прийти сюда, захотят ли они проявиться здесь перед нами, мы не знаем. Those people who are telling also don't know what is UFO, what is also, from where coming. Людям большинство, которые говорят об инопланетянах, они тоже ничего не знают, откуда они пришли. But they become psychic healer to the world. Но иногда они становятся healer. Healer. Но иногда эти люди становятся всякими хиллерами и начинают работать в этом на уровне этого психического мира через психические возможности ума. There are many kinds of life in this universe. Существует очень много разных видов жизни в этом мире. They want to communicate. Они хотят We human beings want to contact, вступить в контакт, и мы хотим вступить в контакт с ними. But neither we are going to live on another planet. Но не мы не собираемся жить на других планетах. As you know, the big money put to reach to the moon, Mars. Как вы знаете, много денег уже потрачено, чтобы добраться до Луны, до Марса.
But you have to come back. You cannot live long. Но мы все должны вернуться обратно. Там невозможно жить. Same thing. Another planet. People want to come on the Earth. То же самое. Другие планеты, люди, другие существа с других планет пытаются прийти на нашу планету, и смогут ли они здесь выжить, не смогут, и как они собираются здесь выживать, это зависит от них. И с точки зрения науки это длинный вопрос, и как бы большое дело такое. Мы ничего не можем сказать по поводу этого. Спасибо. Расскажите, как вы практиковали под землей, в воде, в огне? See, your body is a temple. Ваше храм, ваше тело — это храм. It has made with the fire, it has made with the earth, it has made with the water. Это сделано из воды, земли и огня. It has made with the wind. Это сделано из ветра. And it is open as sky also. И это также сделано открытым, как это также сделано из открытого неба, ну вот из акаши. You can develop your body as a water. Вы можете развить это тело как воду. And you can live whole life in the water. И вы можете жить всю жизнь в этой воде. As fish are living, many animals are living. Так же, как уже рыба живет в этой воде. You can make your body fire. И вы можете делать это тело огнем. And fire can live with the fire. И этот огонь может жить внутри этого огня fire сколько угодно. Does not burn the fire. Потому что огонь не жжет огонь. In the grounds, также земля. You can develop your body as what type of ground is there underground. Вы можете создать этот, развить этот элемент земли в себе, чтобы достичь этого состояния земли, в которой вы находитесь. Thousands of years in the и вы можете находиться тысячи лет в этой земле, под землей. Because these are not the life. Потому что это не есть жизнь. These are matter. Это всего лишь материя, мертвая материя. А материя живет с материей. We are the life. А мы – жизнь. Истинные мы – это жизнь. We can keep your life. Мы можем поддерживать нашу жизнь. Light is not burned by the anything. Потому что мы есть свет, а свет не может… We cannot destroy the свет никто не может разрушить, никто не может его ничем сделать, ни порезать, matter ни разрезать. Материя может быть только разрушена. If you become a life as a light, если вы станете жизнью, как светом, you never die, you вы никогда never не умрете, никогда не изменитесь. Именно поэтому мы разговариваем о том, что мы должны стать высшим сознанием. Samadhi is not a body. Самадхи – это не есть тело. Samadhi is not a mind. Это не есть ум. Samadhi is the ocean of consciousness. И это есть сознание, океан сознания. When reach to the samadhi, когда мы достигаем самадхи, you can live anywhere in this universe. Мы можем жить в любом состоянии, в любом месте этой вселенной. И когда мы захотим вернуться в это тело, мы можем вернуться в это тело. Не захотим, можем не возвращаться. This is possible by only human being. И это только человеческие существа могут достичь такого состояния. There are many, many animals. Но также существует много разных животных, without any practice, которые без какой-либо практики, they live 6 months in the ice, живут 6 месяцев под снегом, they live in the water, или во льду, and или, they live in the ground, или в воде, или под землей. They are natural gift. И это есть естественный дар природы для них. White bear in the ice, you can see, we are in Russia. White bear in the ice, they sleep for 6 months. Вы знаете, что наши же медведи спят по 6 месяцев под снегом. The frogs, the rats. Все эти лягушки, рыбы. In the Iceland, they can sleep for 8 months, 6 months. Но там высоко на севере они занимаются 6-8 месяцев. And they can come back to the life. Перестают как бы жить. Они поддерживают эту жизнь в другом состоянии, а потом возвращаются обратно в жизнь. И это естественная система для них. Но у нас есть система ума, система осознанности, которая может… которая может нам дать это состояние, чтобы стать великими живыми существами в этом мире, самадистами, существами, которые могут достичь состояния самадхи. Любой может практиковать это. Thank you. Спасибо большое. Как победить алкоголизм? How
to fight with alcoholism? Mm-hmm. How to fight alcohol addiction? And tobacco? Tobacco smoke? These are habits. Это привычки. Alcoholism is a habit. Алкоголизм – это привычка. Tobacco is a habit. Табак – это привычка. People do not understand. Люди не понимают этого. Thus they die without meaning. Sorry? Just they want to suffer, die without a meaning. Они просто стараются пострадать и помучиться без какого-либо. Who is drinking? He is holding the tree. Человек, который пьет алкоголь, и он держит дерево. And he is shouting, free me from holding the tree. И он кричит этому дереву, освободи меня от себя. It is he who can leave the tree. Это он, кто может освободить себя от этого дерева. Who is drinking? Тот, кто пьет. He has to try. Он должен стараться. It is possible. Это возможно. Others try, they drink more and more, more and more. Другие пьют все больше и больше. Wife is suffering, children are suffering. Жены страдают, дети страдают. It does not make difference for them. А это не волнует их. When heart attack, throat cancer happened, then they feel that okay, I'm dying. А когда случается инфаркт или какой-то рак, тогда они начинают понимать, что иногда они бросают этот алкоголь. До тех пор, пока они живут, а по тех пор, пока они здоровы, они пьют и пьют. Курят и курят. Медики стараются изо всех сил, как научиться бросать, как заставить бросить людей курить и пить. Многие госпиталя и церкви стараются помочь им. Если вы приведете каких-то в их специальные места, людей, то привычки могут быть изменены. Потому что это привычки. И они могут быть всегда изменены. Много очень альтернатив есть, которые могут изменить, поменять эту алкоголическую привязанность. Для человека может быть создано хорошее общество. Не то общество, где все пьют. Алкоголь – это мировая проблема. Поэтому их надо учить только жить их не собственную, свободную жизнь, а не жить в жизни раба алкоголя. Надо дать им понять, что жизнь гораздо важнее, чем этот алкоголь. Что семья гораздо важнее, чем смерть. They should try to live for the family. Поэтому они должны стараться жить для семьи. They should try to live for the loves. И жить для любви. Not to drink alcohol to death. И стараться не пить, чтобы умереть. This education can be given. Это образование, это знание может This быть дано. Practice can be given. Практики для этого тоже могут быть даны. There are many herbs. Существует много разных трав. If that can be given, they can stop the drinking. Если вы можете их, которые можно употреблять и забросить пить. There are racing the horse. Есть ипподром. They have too much sweating to the neck. Бегущие лошади, они так сильно потеют вокруг шеи. The hair of the neck of a horse, racing horse. Что этот волосы, шерсть на шее. If it is cut as made it as small, put in the alcohol. Потные шерсть коня с шеи, если их обрезать мелко-мелко. If you drink that alcohol, he can vomit. И бросить его в этот, смешать это с алкоголем, то человек будет так тошнить, что он никогда больше не попробует этот алкоголь, и он всю жизнь будет помнить этот ужасный запах и вкус этого алкоголя. Это хорошая тема. Something help can be given to them. Таким образом можно помочь себе или другим. If this type of people comes to us, their guardian, their family, their brother, sister, they bring, we help them. Иногда бабаджи приходят люди, привозящие своих родственников, которые имеют такую проблему. Иногда бабаджи им помогает. We give them drinking alcohol, but with the hair. Мы даем этот алкоголь ему именно с этими волосами, с этой шерстью. И им нравится пить, но потом им не нравится, когда их тошнит. You can make them feeling that this is not a good thing. И они начинают понимать, что это не так хорошо, как кажется. Thank you very much. Спасибо большое.
Вопрос о дедовщине в армии. Бабаджи говорит, это проблема государства, проблема правительства. Правительство может решить эту проблему. В Индии такой проблемы нету, например. I'm army man. I was in Air Force. Бабаджи был в армии, он был полетчиком, I live 14 years пилотом. Indian Air Force. 14 лет он работал, он был в военно-воздушных силах. Проблем такого рода не существует в индийской армии. Which government, why this type of army don't require? Now we live in the free country, democracy country. Теперь вы живете в свободной стране. You are not a red army. Вы теперь не в красной армии. So this question should not be there. И этот вопрос должен решаться по другим country способам. Of democracy. В стране демократии. Army is a beautiful job. Армия — это хорошая, прекрасная работа. But there are many stupid, rude people are there in the army. Rude. Ну, там в армии очень много грубых людей, грубых людей. Their behaviors are not good. Они ведут себя некрасиво. Some station they make a group to make suffering other soldiers. Иногда они заставляют страдать других солдатов. So must be complaint to the commander. И это должно решаться на уровне командиров. Area commander, adjutants, commander. Then вот it is possible to много change. Разных способов решать эти вопросы на уровне командования. There is no other way. Нет другого способа. Army is a discipline services. Потому что армия — это дисциплина в первую it очередь. Is controlled by only army это служба, основанная на дисциплине, которая подконтрольна дисциплине, порядком и уставом. Please try to contact the adjutants, the commander of the station. Поэтому пробуйте пообщаться с командованием. They can change it. They can help они change могут it. Изменить это, они могут помочь убрать эту проблему. Like you run away from the army, leave at your home. Yeah, there is no. Tell me, write that. Okay, I'm not agree with this system. Или вы можете устроить движение, что вы не согласны с дедовщиной и поэтому не хотите идти в армию. Большое дело может стать. Им еще раз. Так какой вопрос? В чем суть вопроса? Цель какая этой практики? Yes, it is there. We can watch the sleeping, we can watch the, we can bring the sleep, dreams. It is conscious awareness. A man is sleeping, he can dream, he can bring the dream. They ask how to practice. You cannot on the months you cannot practice. You have to go to the school to practice. Вы должны пойти в школу, чтобы практиковать это. It is awareness, conscious awareness, watching the dream. Бабаджи, в смысле, он не может сейчас вас научить этой системе? Remembering the dream. Это смотреть, ну то. This is a healing system, dream healing. Вы можете использовать это как для хилинга. Для хилинга. Вы можете использовать это для узнавания своих прошлых жизней. А как это делать, это лучше научиться в каком-нибудь Because школе. You are not dreaming, it is your mind dreaming. Потому что вы не спите, это ваш ум спит, и сны это не вы видите, а мир, ум смотрит, а ум, который видит эти сны, это мир психический. You are not a mind, you are not a dream. Но your вы dream не can есть be не ум, вы не есть психическая зона этого ума. Вы можете поэтому смотреть на, это, на эти сны, и потом вы можете вспоминать их, it и вы можете их использовать. Это можно практиковать. These types of teaching are there in Westerns. Есть на Западе сейчас очень популярные течения. We practice yoga nidra after practicing yoga, relaxing in yoga nidra. Но наша йога нидра она другая, преследует другие цели. Это способ релаксации. What asana you practice after every asana? После каждой асаны, или после нескольких асан, вы обязательно переходите переводите свое тело в шавасану, чтобы погрузиться в так называемое состояние йога нидра. And there is a hypnotize system, hypnotize your mind. Есть также система гипнотизирования своего ума. Collect the dream. Чтобы собрать все эти сны. To heal yourself. Чтобы heal your suffering. Чтобы вылечить самих себя. Heal your mind. Чтобы вылечить страдания, убрать страдания, вылечить тело и даже ум. This kind of teaching is already there in the world. Это возможно, и есть учение об этом в этом мире. Thank you, sir. Спасибо. Okay, then. Нет вопросов. Сейчас устроители при... The last question. Это будет последний вопрос. Окей. Okay.
Не понял, как что пролегает? What is the immortality, Babaji? What is the immortality? How to reach this immortality? You are immortal. Вы бессмертны изначально? As a being, as a self. Как истинная сущность своя, как душа. Not as a body, not as a mind. Но не как душа, а не как тело и не как ум. Because you don't know from where you are coming. Вы просто не помните, откуда вы пришли. How many body you have left? Сколько времени, сколько тела у вас уже было? But you are the same. Но вы на самом деле все тот же самый, как и были. From a stone age to the ice age to the... С каменного века, через эти ледниковые периоды до сегодняшнего дня вы не поменялись ни на йоту. Ваши тела меняются, ваш ум меняется. You can make your body immortal. Вы можете сделать свое тело бессмертным. But that is a practice. Но это практика. After few years we'll see science is going to develop the immortality. И вы посмотрите, вы увидите, что на следующие несколько лет эта наука, наверное, разовьет эту систему и бессмертие. It is the power of your will. Это зависит также от силы вашей воли. Power of the blessings. От силы благословения. And just if the world. Кто-то может вас благословить. And you will not die. If somebody is a powerful man, say you will not die, you will never die. Вы можете просто взять и получить благословение какому-нибудь мощного святого. Он скажет, ты никогда не умрешь, и вы никогда не умрете. That will power required to develop. Но или вы можете сами развить эту силу воли. Она должна быть очень, она может быть развита, или ее нужно развивать, если хотите. Body has to die, not you. На самом деле тело умирает, вы никогда не умираете, ни при каких обстоятельствах. Именно поэтому это и называется просветлением, познание этого. Thank you very much. Спасибо большое. Батиджа из Драгандикта, how to help you? Сам Батиджа, Казан, Казан, Батиджа, он из Драгандикта, how to help you? There is a way of healing any drugs. Как помочь наркоману? Вопрос примерно такой. Drug has an alternate. Есть много способов забрать эту привязанность. Drug can heal you, drug can... Можно. Наркотики могут помогать drug нам. Drug is an intoxication, drug наркотики is могут нас и убивать. Medical science has found out many things. И уже существует много способов у медиков. You change the way of living that person. Вы поменяете remove his society. Стиль жизни вашего племянника, вопрос про племянника. Если вы уберете его от тех друзей, которые также привязаны, сделайте ему хорошее общество. Дайте ему, обеспечьте ему радостное существование, позвольте ему пострадать несколько дней без наркотиков. Потому что наркоманы, тело наркомана страдает именно на физическом уровне. Пускай пьет очень много воды, вода, вода, все время вода. И это выйдет через мочеиспускательную систему. И через несколько дней, может быть, много дней, он будет однажды вылечиться. Но вы не должны его пускать его наружу, обратно в старые, к старым друзьям, к старым делам. Любой, кто принимает наркотики, может быть вылечен, излечен. Нужно обязательно изменить общество и поменять на что-то позитивное, положительное, улучшающее здоровье. It can be possible to heal anybody. Таким образом можно вылечить любого. If you can't bring to my ashram, you can heal it within a month. Если вы можете привести его в ашрам Бабаджи в Индии, он может вылечить его за месяц. Thank you very much. Спасибо большое. Дикша и Шактипат. Это то же самое или разница есть какая-то? Is the difference between them or the same? In the diksha, shaktipat happens. Внутри дикши присутствует шактипат. Diksha is a getting great knowledge. Дикша – это получение великого знания. Getting contact with the supreme. Это получение контакта с некой высшей энергией, которая находится внутри нас. Diksha is a scientific approach to the inner self. Дикша – это некий научный подход, который помогает. We have many centers. Научный способ us. Получения контакта с нашей внутренней сущностью, с нашей душой. Your mind is a multi-dimensional. У вас существует внутри вас много разных систем. Ваш ум – это многомерный механизм. Which energy is good for you?
те энергии, которые хороши для вас. Which energy can get you detachment from the attachment of? Те энергии, которые помогут вам освободиться от ваших привязанностей. Not good for you. Те привязанности, которые не хорошие для вас. In diksha it can be changed. Во время дикши это может быть изменено. Diksha is a safety also. Дикша также приносит защищенность. Diksha save you from the suffering, save you from the pain. Она защищает от страданий и боли. Diksha save you from the accident. А также от несчастных случаев. Because you are taken care by the master, taken care by. Потому что вы начинаете находиться под заботой вашего мастера, вашего гуру, а также под заботой высшего сознания, которое проявляется через вашего гуру. Process to go inside yourself. Дикша – это процесс, который позволяет вам направиться к самому себе истинному, внутрь себя, для познания истины. Touches you, awaken you. Хороший мастер, способный мастер. Если он касается вас, он, касаясь вас, он может дать вам возможность почувствовать, что вы здесь что-то нечто другое, запредельное, больше, чем этот ум и тело. И вы захотите, и получите возможность пойти внутрь в себя, чтобы познать эту истину. Дикша, на самом деле пробуждение, пробуждение, которое может принести вам новую жизнь, другую жизнь, именно, или даже успех в этой мирской жизни это может быть. Diksha is a good science. Потому что дикша это некая наука, хорошая наука, чтобы понять, кто мы есть на самом деле. Diksha can give you feeling that how to realize, how to go for realization. Именно через дикшу вы можете начать понимать, как же достичь этой, пойти в сторону самореализации, что такое просветление. Дикша это наука. To get a great knowledge. Получение великого знания. To contact your divine power, contact your... Чтобы вступить в контакт с силой божественности внутри нас, с божественными силами внутри нас, чтобы понять, какие силы скрыты внутри нас. Diksha can open the root of our inner world. Дикша может открыть дорогу в наш внутренний мир. It has too much power. What type of master? Depend on the master. И это очень сильная вещь, но зависит от мастера. What master want to awaken? От гуру. Что хочет ваш гуру пробудить вас? Где он находится? В каком состоянии? Что он сам достиг, этот мастер? Поэтому у каждого мастера есть свои разные дикши. Это личное дело каждого гуру. Каждый гуру дает свои дикши своим способом. Experience the diksha. Вы можете пережить, понять, что такое дикша, пережив дикшу Бабаджи. How many times we can get a diksha? You are foolish to take many times diksha. Да, вас дурит, если вы можете получить, если кто-то думает, что можно получать много раз дикшу. Не можно. Diksha is only one time. Имеет смысл. Дикша дается один раз, точнее, берется один раз. If you change many, can change many diksha, your knowledge is disturbed, confused. Если вы берете разные дикшу разных мастеров, то ваше знание избито с толку, ваша энергия сбита с толку. Жизнь спутана. Don't go with the mind. Сначала вы получите ответ от своего сердца. Не спрашивайте своего ума. Thousands of masters will come disturb your life. Тысячи мастеров придут для того, чтобы просто напутать вас в вашей жизни. You will never trust it. И вы никогда не начнете им верить, и в результате вы потеряете окончательно веру в любого мастера. The touch of master is very powerful. Потому что на самом деле истинное прикосновение If he is not perfect master, истинного мастера, оно очень могущественно. И если мастер не совершенен, то есть и не гуру, то эта дикша не имеет никакого смысла. Don't change the diksha. Старайтесь не менять дикши. If you have a proper diksha. Если у вас есть, если вы получили правильную дикшу от мастера, который может давать дикшу. Diksha is not a food every day change it. Это не как и платье или как еда, которую вы можете менять каждый день. Diksha is a divine knowledge. Дикша должна пробуждать божественные знания. It come only through the divine master. И это приходит через мастера, который достиг состояния божественности, который познал сам себя. Try to ask your heart. Поэтому сначала спросите у своего сердца. If your heart is telling, then make it guru. Это мой мастер или нет? Не спрашивайте свой ум, что он там красивый, что у него 48 тысяч учеников или еще что-либо. Never try to take a Не старайтесь никогда брать дикшу через ум, подумав, поразмыслив. Спросите у своего сердца, он мой мастер или нет? Он мой гуру или нет? Thank you very much. Спасибо большое. We'll see you tomorrow. Завтра мы встретимся. Кто хочет дикшу, пожалуйста. Сейчас будет какое-то объявление по дикше. Организаторы хотят рассказать вам, где и как происходит дикша. Я хочу только от себя добавить, господа, особенно дамы, пожалуйста, приходите в одежду, которая вам позволит сидеть спокойно, долго, 2-3 часа минимум надо сидеть на этой дикше. Бабаджи дает дикшу своим образом, волшебным образом. С каждым работает по отдельности. И дам, я попрошу одеваться более скромно.
не приходите как на свадьбу, приходите как к Господу, пожалуйста. Сейчас лето, мы все понимаем, Бабаджи удивляется иногда. Приходите в светлом, в чистом, с хорошим, но позитивным умом, и все будет хорошо. Спасибо большое.